Всем привет, всем привет, ребят, с вами Шмега. Мы на канале Шмега, сегодня поиграем в Witcraft опять, это очередная серия. И мы пошли с вами по пути... Короче, смотрите, у нас есть два пути. Легальные и нелегальные продажи. Ну так как? Так как что? Так как мы все-таки будем заниматься легальщиной. Да, я предлагаю все-таки делать упор на легальщину. Да? Значит, смотрите. Что мы будем делать? Подождите, сейчас, мне нужно собраться. Значит, здесь у нас, смотрите, здесь у нас можем просто продавать на рынке два сорта, да? Это хорошо. Мы так и будем делать. А, здесь же у нас есть лицензия. Да. А здесь у нас как бы и такие, и не такие продажи, да? А здесь чисто вот такие продажи, да? Так вот мы делаем. Вместо этого мы выбираем. Подожди, а мне нужен пинг-пунг. А, я уже могу продавать, правильно? Да, правильно. Расширяем теплицу. Да. Так, теперь смотри, здесь у нас, значит, законные продажи. Законные продажи у нас вот эти вот больные ПТСР, да? Они что хотят? Они хотят либо Blue Dream, либо White Fire. Правильно? Здесь так Хейс и будет. Так, здесь у нас White Widow, который там продавался. Мы его сейчас изменим. Хейс здесь будем продавать. ГДП туда, не туда, да? Значит, да, вместо White Widow мы можем... Хейс мы тут продаем, окей. Мы будем его продавать, да? Подожди, надо посмотреть условия травы. 23 градуса. White Widow 22 градуса, да? Значит, Grandpa 25-26. Да, здесь будет... Да, сейчас, короче, этот White Widow дорастет. Мы его продадим. White Widow продаст, и сюда мы поставим, короче, Blue Dream. И будем продавать его, вот сюда, вместо White Widow. Правильно? Правильно. Значит, здесь у нас НИИ, который на рынок пойдет. Но у нас тут три этих есть, да? Так, сразу 26 градусов стало, да? Но здесь у нас НИИ. Он у нас может быть по 26. Да, все нормально. Теперь мы... смотрим, что еще по 26 мы можем взять, правильно? Space Queen, например. А, подожди, стой. Space Queen-то Space Queen-ом. Здесь Хейс, там будет. Так. А что здесь вот по этим? Rain Orange. А, так подожди, не так надо делать, а вот так. А, им Blue Dream продавать. Да, Blue Dream там будет продаваться. Blue Dream или Трюги. Что за Трюги? 22. О! 22. И Хейс. 23. Да, Труга здесь. А это говнище, что-то 26 температура. Блин. 26, а Blue Dream... С Blue Dream. 24. Да, наверное, сюда Blue Dream запишем. Давайте. Вместо White Widow будем Трюге выращивать. А здесь будем выращивать. Блин, я забыл. Blue Dream? Или не Blue Dream? Там Трюге, а здесь Blue Dream. Так. Улучшенная почва. Погащенная. Так, здесь то же самое. То же самое. Так, здесь все у нас будет расти и прорастать. Что-то не то я, по-моему, делаю. Что-то как-то мне не нравится. Кажется, что очень мало травы.
Ну, мало травы. Здесь типа тупо грандпа один растет, да, который идет туда за нелегальщину. Да, мы переходим, короче, в раздел легальщины, да? Правильно? Правильно. Так. Здесь мы, короче, порешали. Все. Там дорастает одна трава, и мы там это. А мне теперь нужен садовник. Мне теперь нужен садовник. Так, а здесь у нас вот эти вот больные. Что им нужно? Им нужен минт. Минтезюне. Или суперскан. У меня есть минтзоне. За 17-й ее что, херели нет, конечно. А тебя? Суперскан. Я тебя могу выращивать, но ты будешь его дорого строить. Трюге. 22. Трюге, хорошо. Выращиваем здесь трюги. А, во-первых, подожди. Нет, не так, вот так. Вот сюда заходим. И трюги, они здесь. Извиняюсь, ребят. Да-да-да-да-да, все правильно, у меня все правильно рассчитано, все чики-пуки. Трюги, значит, эти газовые и все... Ну только вот эти надо подставить, да? Почему? Потому что... А сколько тебе надо для условия? Подожди, 49. А давай-ка посмотрим. Малоочиститель... зачем мне? Мне не нужно. Мне только нужен, значит, вентилятор, короче. И раз, два, три, вот это вот. Правильно я же понимаю? Ну да. А почему я здесь, кстати, это не... Ой, блин. А это какая разница? У меня же нету... 49 нужно, вот так вот. И 20 же нужно, да, тебе? 22, а почему? Да, вот так вот. 22, 49, да. Трюги. Вот это, наверное, тоже нужно поменять. Правильно? Потому что... Или не нужно. Ну, наверное, он нужен, да? Так, хорошо, у нас, короче, один вентилятор, маленький вентилятор. Три лампы, короче. Три лампы. Так, три лампы покупаю. Это все понятно, что 3. Мы покупаем маленький вентилятор. Что? Маленький вентилятор. И можем покупаться как нам угодно, да? 50 это говнище. Нормально. И трюги. А зачем мне улучшенная среда, если у меня есть все нормально? Ну, типа, обычная почва. Плюс 10 к чему? Ну, типа, а нахрена мне, ну, если условия четкие, 22-49, ну, то есть, за бред. Плюс 10 к качеству, если у меня качество нормальное. Ну, в смысле, условия для травы просто идеальные. Побольше травы тогда делать. Да? Так, теперь я до хрена буду платить, короче, да. Так, теперь мне нужен здесь садовник. Потому что я не справлюсь один. Тут до хрена появилось всякого говна. И типа, камон. Значит, ты у нас садовник. Ты у нас... Вот, нет, вот садовник за 600. За 600. Пьюмс. Все, погнали. Так, что ты хочешь сделать? Ты хочешь подстричь? Стригист. Так. Вот, блин, я теперь вообще очень сильно разрываюсь, потому что я вообще не понимаю, что мне надо тут делать. Че, ну, теперь мне просто нужно тупо ходить, короче, и вот тыкать кнопкой из одного города в другой, потому что, ну, работники работниками, ну, оп, отставить так себе. Так, теперь здесь что? Здесь поливалькин. 15 из 15, отлично. Так, а почему ты не хочешь у меня продавать? А ты продаешь якобы, да? Так, хорошо, погнали теперь во Флинт. Я вот так еще давай сделаю.
Конкурент за осуждение во Флинте? Что такое? Привет, тут слушок прошел, что у тебя нет лицензии на запах этой штуки. Правда это или нет, но меня это касается. Они хотят... Растение потеряно, влияние конкурента... В смысле растение потеряно? Привет. Блин, а я тут не посадил ни хера. Что за бред? Так. А, ну здесь грандпа уже все, да? Так, здесь что у нас? Пам-пам-парам, пам-пам-пам-парам. Неплохо. А, ну вот он сейчас вырастет. Мне вот эти вот нужно White Widow, и я потом это. Так, мы Хейзе, наш... Лаборатор нужно ваше наблюдение. Хорошо, сейчас подойду. Я вообще теперь запутался прям в край, в краевину. Прям очень в краевину. Так, ну мы с вами тогда сейчас, да, мы сейчас с вами по этому пути пойдем, по такому, да? Так, ну он уже, видишь, поливает тут все. Не поливает, что-то поливает. А, ну он уже вам продает там, да. Так, ну сейчас проверим, короче, будет ли у нас... Пусть он стрижет, короче, да, так. Мне нужно теперь в тот город быстро в это самое. Быстро нырнуть. Очень сильно, да, очень сильно, видите, у нас такое себе, короче. Так, ладно, короче, тут пока стриги. Фаргон. Так, что тут в теплице спрашивает? А, ну сейчас вот уже можно будет собирать, короче, получает опыт. Да я понял, мне не нужен его опыт пока на самом деле, потому что. Наверное, потому что. Все это мои чуть-чуть чувства. Ну, 15 с 15, все, ребят, ну вот труга, короче, у меня просто идеального качества должно быть. Но видишь, почему-то минус, потому что, видимо, не следит этот садовник за моими садами. За моими садами, если можно так сказать. Так, значит. Опа, это что такое появилось? Когда-то и я был бандитом. Йо, меня зовут Фернан. Давай им чистоту, легализацию уничтожать. Но заказывается, наша травка была херней. И сейчас мы не можем ее продать даже гребаному второсопному кофешопу. Че думаешь, сможешь подсобить, братишка? Свидимся, фэ. Минимальное качество сказочное. Труга. Сказочное качество. Труга за 17 тысяч. А нахера ты мне нужен? Подожди. Ну давай принимем. Но, типа, блин, я не буду на самом деле стараться делать сказочное качество. А, просто потому, что это нереально. Нет, не, не, какое у меня? Отличное. А сказочное, как я тебе сделаю сказочное? А сколько ему надо было продать? 725? То есть я... А я могу увеличить в качестве или нет? Подожди. Не, не могу, да? Тарам-пам-пам-пам. Окей. Ну хорошо. Не, а там, видишь, там даже с теми горшками не получится сделать сказочное качество. Потому что это нужно следить вот прям, ну, чтобы ты был в этом здании и постоянно стрик, и 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 стрик. Понял? А такого как бы, ну, мало когда будет. Так, лаба-то на самом деле мне нахрен нужна, ну, по факту, да? Так, потому что, ну, типа, а зачем мне лаба, если это, как бы, ну, не приносит бабусик, бабусик. Стоп! Блин, я же хотел сделать Blue Dream. Или что я здесь хотел? Труга или что? А, я забыл. Подожди, 22. А здесь 23. Труга я хотел здесь или что сделать? Блин, я забыл, ребят.
весь план пошел по попке, да? Далее. Ну ладно, мой косяк, согласен. Тринадцать качеств, почему 13? Должно же быть, по идее, 15, нет? Так, ладно. Так, короче, забей, подожди, стоп. А я здесь даже не... Я здесь только, только выращиваю. Теплицы, да. Это пункт есть один, да? Я здесь хейс выращиваю. White Widow хейс. А блюдрим-то куда я буду сувать? А, блюдрим туда можно, в принципе, да, запихнуть? А, тут нету этих. А вот сюда можно блюдрим, да? Не, White Widow, в принципе, у них отличное качество. В принципе, можно и побольше сделать. Да, 3,5, да. Да, 12, за 12 баксов. Так, а это? Так, а тебе нужно что? Здесь... Законные и незаконные. А, ну нет, все правильно, да. Хейс мне нужно тогда выращивать. А нахрен я выращиваю этот блю. Для чего я выращиваю блю, если я его не буду подавать? А можешь мне объяснить? Подожди. Мне нужен либо хейс, короче, тогда, да? У хейза сколько? 23,55. Да, нормально, я сюда хейс, короче, сейчас посажу. Надо хейза больше, потому что он у меня и на ту партию идет. Ну, то есть... Так, сейчас я тебя подстригаю. Так, стоп. Изменяем сорт на хейс. 23,55, 26. А тебе сколько надо? Давай. Ну, посмотрим, короче, сейчас на качество. Если не будет хейс, то... Если хейс будет дерьмовым качеством. Так, все, вот так делаем. Да, все. Теперь, значит... Ну, сейчас посмотрим, как бы изменится по ситуации это или нет. Ну, по идее, должно же измениться, правильно я понимаю или неправильно? Кто там? Ага. Так, мы с вами уже хейса делаем. Так, что у нас там по этому? Давай посмотрим. Легалка выросла, нелегалка упала. Ну, потому, ну, это правильно, да. Мы сейчас должны, короче, по легалке все пройти, ну, типа, четко. Вот, поэтому... Короче, да, все нормально у нас. У нас все нормально, у нас все нормально. Так, ты что там не засыпаешь мне зерна? Ты, упырь. Блин, ну сказочного качества мы, блин, надо... Ну давай попробуем, может быть получится у нас. Надо сидеть просто в этой одной... В одной этой телеге. В одной телеге надо просто сидеть и все. Ну ты приколист, конечно, чувак. Взял мне, ничего не собирал. Точнее, не посадил. Собрал и не посадил. Что за дела? Слышь, ну он бесит не сажать ко мне. Может, ты отсюда сдриснешь уже, а? А, он продает уже, да? 17 тысяч. Во Флинте жалоба? Что такое? Джонни, птичка нашептала, потому что много странных типов тут сшиваются. Блин, у меня же там этот... Опа-ля! Вот здесь грузовики, вроде это Water Relief. Они блокируют на пандус. Я займусь этим. Не волнуйся, я с ним поговорю.
О, привет, Джонни, какие-то проблемы? На самом деле, да, ваш грузовик перегораживает пандус, а нам нужно разгрузить товар. Можете попросить, чтобы водители отогнали машину? Это не твои пандусы, чувачок. Водители уедут, когда они закончат свою работу здесь. Прикольно поговорили. Мне понравилось. Так, здесь все. Блин, вот реально сейчас просто за... Я путаюсь просто. Не знаю, а что. Не, главное, чтобы в плюсе просто оставаться, короче, и... Всё, да? Правильно я говорю или неправильно я говорю? По идее, надо как бы, ну, эту... Здесь еще одну точку открывать. Или не, я не знаю пока, ребят. Не, пока деньги как бы есть, да, нужно, по идее, точку здесь, да, открывать. Слушай, а если здесь сделаем легальные и нелегальные продажи? Blue Dream, ты видишь? А, у меня Blue Dream-то нигде не продается, ёпт. White Widow, 6 грамм всего осталось. Да, дай-ка я это сделаю. И сюда вот так поставим. Что скажешь про эту травку? Отлично, нормально, да, берет. Так, сейчас мы продадим, потому что ее у нас больше нету. Правильно, правильно. Так, и нам нужно, по идее, что еще нужно сделать? Надо в Фарго ехать, смотреть, что там делается. А, вот White Widow где-то вырос, да? А где White Widow вырос? А, вот здесь. А ты его засеял? Или не засеял? А мы сейчас этот Blue Dream продадим, короче, и вернем. И вернем должок. Или не вернем должок. Так, 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 так. White Widow, Blue Dream 200 еще грамм. Так. Погнали в Фарго. Слушай, а у нас деньги-то падают вроде, нет? Или наоборот растут? Смотрел. Не, вроде... Не, ну вроде на том же пока уровне, да? 22 легалка. Да, нормально. Ну, близимся, 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 близимся. Скажи еще раз, близимся. Не. Близимся к заветной цифре, короче. Будет все чики-пуки, ребят. Я вас уверяю. Так. Блин, ну сказочная, как и вот сказочная, да сделает сказочная ойла. Двадцать пять грамм сказочного. Это то есть. Так, хорошо. Так, он здесь все сделал. Теперь сюда пойдем. Ну блин, 15 из 15, но нужно, видишь, вот самому тогда брать и стричь. И поливать, ну, соответственно, тоже. Так, стоп, подожди. А почему так дорого я продаю это говно? Где моя трава? Whitefire Orc он здесь продает, да? А типа, а чё, моя вообще не нужна трава? В смысле? Да ладно.
Так, вот здесь по 12 будем. Ай, так, стоп. Вот так вот, да, что ты мне паришь? Так. Ну, блин, трога уже 1 килограмм у меня тут. Может, туда отправим? Да, давай туда отправим немножко, в этот. Ленинград. Так, стоп. А дроном только один, по-моему, можно, да? Блин, 2000, ну ладно. Две тысячи порасрали, но... Отлично. Так. Так, погнали теперь в Флинт. Так, там что-то выросло, да? Он что-то собрал там. Так, здесь он, короче, тут подстрижет. Блин, вот меня интересует, где он там собрал. Блин, бесит. Ну давай, 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 давай. Расти. Так, а, тут уже все так, вот. Так вот. Значит, тут ТРУГ, у меня еще 500 нужно куда-то слить. Куда-то слить 500 граммчиков, да? Так, подожди, а что тут я еще могу что-то взять, да? Ой, не. Этого, наверное, я не могу взять. Отель могу взять, да? Там вот эти вот психи. Whitefire они или Blue Dream, да? Или TrueUG. Туда может TrueUG запихнуть. Аренда 10, блин. Дорого. Много, очень много денег. 18, я упал в деньгах. Так, давай Фаргу погнали. Так, тут трогает, мне хоть немножко продается или что? Или что, или нет? Да, о, нихера себе, я уже там продавал, напродавал этого трога. Блин, может вернуть обратно? Там-то просто куда я запихну эту трюге? 500 граммчиков на дроне отправим, например. Или нет. Не, ну сейчас посмотрим, если тут будут падать эти запасы, то отправим, конечно. Слушай, а по идее я же могу еще увеличить эти, да? Жалоба опять в Флинте на рыночной площади, что за бред? Так, что там началось, травля-то меня? ТРУГ еще, да, 5000 несет. Так, подожди, а вам на качество насрать или нет? ТРУГ. Какое качество там надо? Подожди. Отличное качество. Качество плюс 0,5, да? Ну ладно, так. Что-что? А, эти денежки. Не-не-не, мы вроде растем немножко, 19 тысяч. Так, погнали в этот опять. Блин, я не успеваю, короче. Сейчас. Так. Так, погнали опять в... Да, ё-моё.
не, не погнали. Переезд конкурента. О, да ладно. Тихо. Джонни птичка нашептал там, но это было уже, да. Может быть, этот раунд в городе рыночной площади стал за тобой, но мы... Вот так вот конкуренты еще одни съехали с моей площади. Нет, только не... Так, здесь все. Что там было, что-то мне сказали, там нет? Я пропустил, по-моему. Мне нужно показать этому моему юристу. Ты себе даже представить не можешь, что он сделал. Используя весь свой про юридический сленг, он написал письмо донос на тебя. Дам парню повышение. Наличные. Хе! Класс. Просто класс. Так, ладно, мне, короче, на это пока насрать. Это же не... Не отразится на мне, да, никак? 19. Или отразилось, это 4500. Я не знаю, короче, забей. Так, погнали в Фарго. Фаргю. Почему 19? Мне только что деньги дали. Что-то он, короче, мне гонит с этими, слышишь? У меня деньги растут, а там не растет эта цифра. Что за бред? Меня интересует, тут падает мой... Не, не падает. Тут, короче, мало его берут. Так что 500 там оставляем. Правильно? Да, правильно. Так. Стой. А что мы можем здесь купить? Задание министерства после улучшения отношений с работником новый уровень держится намного дольше. Значит, что вы представляете серьезную компанию. Так, ладно, подожди. 8000. Так, а выращивание что тут есть? Секрет, каталог ше. Так, ну это все. Это все мне пока не надо. Продажи. Для всей группы цен. Медицинский член первого класса. Открывает вертолет, метка контрабанды. Контрабанда. Так. Открыть дилерскую точку. Дилерская точка. Блин. Так а чё, мне ничего тут нету, а у меня нету этого всякого. У меня не открыт еще этот... Этот. Короче, этот. У меня не открыт этот. Так, немножко чаечку. Слушай, ну что-то пока я не понимаю, пока что делать. Я... Правильно я делаю или неправильно я делаю? Вот это пока мне вообще непонятно. То есть, типа, ну, цифра не растет. Как, что делать? Не, 25, смотри. Блин, еще немного, ребята, еще немного. Я закончу эту миссию, ё-моё. Жесткую миссию. Она меня раздражает уже. Короче, я принял решение. Так. В смысле? А почему я не могу? А, надо знать. Так. Что там у нас? Игнорируется этой группой? Топ-3 в этой группе. Вот так вот пока сделаем. Так, что тут, чего тут еще много? Опа, на-на, сразу. White Widow там продается, правильно? Да. Так, White Widow там продается. Так. Блин, 25, надо еще немного. Немного, ребят, надо поднажать.
Так, ну не беси меня. Только не говори, что ты вылетела. Серьезно? Серьезно? А, вот ты, конечно, скотина, а. Да, ребят, опять вылетело. А, опять сейчас будет аутосейв. Ну, блин, ну что за бред? Ну, что за бредятин? А, бесячая какашка. Ну ладно, ничего страшного в этом я не вижу, на самом деле. И никогда не видел, поэтому все нормально. Кстати, хотел, знаете, что сказать. DLC же вышло, по-моему, на Witchcraft. Мы в него обязательно поиграем. А что там произошло? Я понял, много чего произошло. И... Ага. Так, так. Так, ну ладно, надо в Фаргу уходить опять, да? Ну вроде ничего тут не поменялось. Сейчас подожди, посмотрим все по этим. По этим. Этим, по этим, по тем. Так. Так. Ага. Так, Фаргу гоним. Угу. Та-да-да-да-да-да-да-да. Так, собираем траву. Декабрь. Сейчас тогда, короче, если, значит, тут не будут продавать, мы будем отсюда отправлять, если не будут справляться эти две лабы с... то есть тут будет мало покупателей, будем отправлять отсюда туда травку, продавать ее там. Рыночная площадь. Так. Сколько у меня там было... 18, да ё-моё, почему не растешь то ты? А конкурент съехал или нет? Блин, теннисный район этот, конечно. Так. Да, если, короче, не будет возможности там продавать столько, сколько мы можем, да? Вон, опять в отеле хотят купить так. Что за БД? Где БД? Я не продаю БД. Твою мать. Тут и оно. Не, подожди. Я Blue Dream. А, они Blue Dream продают. А я вот это продаю на втором месте. Все равно буду на втором месте спать. Да ёб твою мать.
Так, мне нужен труга срочно. Я могу там что-то выращивать, по идее, да? Так, погнали в Фарго. Ёптель, подстриг еще так себе. А что там горело? Почему горело? 22 тысячи, блин, еще нужно 10 тысяч. Горит-то, внимание, что такое? Сколько у меня тут этого, труги? Слушай, но, блин, я хз. Ну, хотя вот сейчас я здесь собрал уже, да? Я здесь уже собрал, здесь, ну, здесь только порощено, то есть, не знаю, есть ли смысл туда отправлять. Я там, в принципе, могу сделать эту, швабру, ой, лабораторию, швабру говорю. Лабораторию можно сделать, в принципе, там, да. И выращивать труги. А, ну труги я не смогу выращивать, потому что там не будет хватать этой, да? Да. Так, давай во флинт. 21, ребята, пожалуйста. Пожалуйста, не подведите, не подведите. Не подведите, пожалуйста. Ай. Сейчас, 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 знаешь, что сделаем? Да, только законную. White Widow, не... Труге нужно, нужно трюге, трюге, 29, пожалуйста, пожалуйста. Хейза нету уже, да? White Widow есть. White Widow, там что, потянешься? Что с White Widow? Легальность, никому не надо? Возьмет, да? Нормально. Там, короче, мало берут White Widow, понял? Папки, папки, папки! На! Папки, папки, папки! Быстрее! Блин, а интересно, нет никакой таблички, типа, сколько я произвожу и за сколько я могу, типа, продать? Может быть, увеличить там, знаешь, на 2 доллара, типа, цену, и я сделаю эту миссию. А так, блин, таблички нету, поэтому тяжело так говорить. Я здесь White Widow, у Фарго, погнали Фарго, что там за заказ? Отлично, требует с любого сорта эффект топора какого-то. Что это за топор? Ой, снятие мигрени. Так, стоп, игра. Стоп, игра. Так, фильтры. Второй уровень. Второй уровень, да, вот она. Нет у меня такой травы, блин. Твою мать. Ладно, так. Что, здесь что-то продается? Трюги. Мы можем трюги отправить туда опять, чтобы я продал. А, или не могу? Надо думай.
Или сделать в отеле лабу еще, нет? С Хейзом, например. Так. Да, сейчас. Ну блин, засеивай ты, упырь старый, усатый, а? Тяжело уже. Ну, блин, реально там остается немножко, да? 34 тысячи, ёпта, пока я бежили, буляны. Ты можешь представить просто... А сейчас же все уже, 3 месяца прошло, да, я... Заново, короче, сейчас буду начинать это все. Да, это, конечно, потеря-потерь. Ну да, короче, не получается у меня это сделать. Так, ладно, пойдем во Флинт, там продадим эти вот это вот. Кто там собрал хорошего качества, ты? Блин, 2000 не хватило, ёппарный карась, а? Да, 2000 не хватило. Это, блин, ну немножко, короче, да? Немножко. Блин, вот они бесит не сажать мне мои бедные эти. Да, White Widow вообще плохо продается, короче. Так. Друга надо, короче, сюда быстро делать или возить. Так, давай посмотрим. Фарбо. Что у нас? 600, в принципе, 800 в White Fog. Блин. То есть White начал продаваться здесь плохо, да? Да, его здесь до хрена. Короче, отправим туда, значит, сейчас. Отправим туда, сколько я могу отправить? Да ладно, 500 прям. Ну ладно, давай 500 отправим. Вот так вот. И там будем продавать этот, да? White. И еще можно другое продать туда, на самом деле. Или не будем туда перекидывать. Ну ладно. Главное, чтобы не потерял сейчас 500 грамм он. Отлично. Так, заказики пока не... Пока подождут заказики. Пьемс. А так она уже сейчас должна вырасти. Правильно. Ну, давай, расти, трава, не ссы. Я долго еще, так. Не ты, вот ты. Так, стоп, теперь во Флинт. Чё там, но во Флинте заказ, что хочешь. Хейза 1.4, хорошая, 12 месяцев на доставку. Хейза. Я Хейза, в принципе, выращиваю в двух местах, да, но он мне нужен. Нет, мне ну. Не-не-не, не будем пока делать. 31 тысяча, твою мать. Опа. Санитарный инспектор, неожиданно, а? Никто никогда не ждет санитарного инспектора. За это мы и славимся. Что, почему? Мы получили много чаевых от продавца каннабис по соседству, обычно делаем в вашем бизнесе. Но я вижу, здесь все хорошо, но мои начальники могут подумать иначе. Ну или вы можете мне немного заплатить. Думаю, у меня нет другого выбора. Прикольно. Санитарный, мать его, инспектор. Инспектор гаджет. О, бабка, ничего себе ты даешь там, напокупала себе на 3000. Mm-hmm.
Так. Упал, короче, это, да? Блин, надо было сохраниться, что-то я тупанул, ну ладно. Здесь что-то вообще мало продают. Может быть, поменять немножко это? Подожди. Ценник 12. Блин, ну если я поменять ценник, то... В смысле? Я же здесь продаю white... Я ничего не понял, подожди. Я же здесь продаю виф вот этот. Почему у меня здесь вот это говно написано? Нихера не понимаю. Как поменять-то это теперь? Твою мать, 33, ну ж 33 коровы, ёпарный карась. Запутался, собака. Не успеваю, вообще ничего не успеваю, на самом деле. Это очень плохо, меня это бесит. Насрать мне на твой опыт, блин, нахрен мне твой опыт. Вообще не нужно. Так, уходим. Уходим сюда. Так, тут только Стрижанский, да? Слушай, а может, короче, сейчас, подожди. А ты только здесь. Ты только Wi-Fi. Тебе больше всего нравится Wi-Fi, да, этот? White Widow-то будет продаваться сегодня или что? А Труга я привез же, да? Стоп. Труга, отлично, за пятнашку, отлично. Так. Почему White Widow не продается? Можете объяснить мне? А, минус один цена, потому что, ёпт. А он в 14. Так, тогда по 12 будем продавать. Так, здесь что у нас по хейзу? Здесь что у нас, я говорю, по хейзу? Отлично, первое место в группе. Так, можно немножко... Нет, давай так. Так, короче, так, да, вот все, White Widow должен продаваться как просто как пирожочки такие горяченькие, да? Блин, да, конечно. Блин, мне нужно сделать реальное задание, как это сложное задание. Я на нем сижу, я уже не знаю сколько, какую серию, я просто не тупо на этом задании. 3000 осталось, блин, ну пожалуйста. Так, сейчас мы, короче, подстрижем. Где? Блин, нет, ну пожалуйста, не пожалуйста, ну пожалуйста, на можно мне немножко, немножко. Так, один тут куст остался. Давай. А, он еще не скоро. Все, уходим.
Так, идем сюда, быстро. Ебо! Дело сделано, и как и всегда, награда за хорошую работу, новая работа. Ага, да. А, новый сорт. 16 тысяч стоит. Я охренею. Гибрид 14 тысяч. Хорошая работа, большой брат. Ни шагу назад, нам пора двигаться дальше. А куда в этот раз? К звездам, а вернее в большое яблоко. Нью-Йорк, встречай нас. Пойти в Нью-Йорк. Ёб твою мать, пойти в Нью-Йорк. Еще один новый город. Три города! Вы чё, прикалываетесь? А как играть-то в это? Усы со мной говорят. Возьми перерыв, чувак. Наука может быть очень затратной. Да, это так. Я не могу взять перерыв, пока ты занимаешься селекцией. Мы на пороге революции, нельзя останавливаться. А нам обязательно нужна лаборатория. Разве мы не можем, ну, знаешь, посадить два вида семян в один горшок и узнать, что получится? О, ты прям-таки Грегор Мендель. Сейчас фитогенетика в разы сложнее, чем в его доисторические времена, когда ты берешь белую мышь и черную мышь и скрещиваешь их. Нихера не серая мышь получается. А что получается? Огромная куча мышиного дерьма. Класс. Очень прикольно. Вопрос секрет. Скрестите Space Queen, Dutch 3, и Blue Dream, чтобы создать сорт с особым эффектом. Значит, мы идем сюда, правильно? Селекция. Так, во-первых, сейчас. Так, короче, 90 тысяч осталось. Теперь, подожди. Значит, нужно скрестить Space Queen, Dutch Trait и Blue Dream. Space Queen. А как это делать? Подожди. Что мне нужно делать? Space Queen сюда? Space Queen, Dutch Trait, Blue Dream. Blue Dream. А у меня нет, а и вот это на 14к стоит, ебать. И чё там, Space Queen и Blue Dream, правильно? Теперь что надо делать? А, вот он показывает. Так. А. Так. Это мы сохранили, мне теперь нужен, ага. Ну, все правильно же? А, отлично. Это была легкая задачка. Вопросы. Вы подчиняете тайной генетике своей воле. Осторожнее с новоприобретенной силой, доктор Франкенштейн. Отлично. Большой очиститель воздуха. Ага. Увлажнитель Супамарт. Ага. Медуза какая-то появилась. Так. Ого! Став просто улет. Высокая урожайность, небывалое качество. Словно волосы задницы сатаны. Калис, ты продал даже дьявола? Если это так, я не осуждаю. Ага, и имя этого дьявола Джо Брекер Энерджи. Креативника, но, что немаловажно, этот сорт может стать нашей визитной карточкой. Мы должны толкнуть его по всей стране. Этого дерьма должно быть так много, чтобы люди в нем купались. Эй, Клайд. Я снова себя накручивал. Я беспокоюсь за тебя. Ну ничего, Джо Брекер Энерджи может это поправить. Давай выжмем каждый цент из этого дерьма. Так, что за задание? Продайте 4000 грамм травы сорта Joe Breaker Energy. Ой, ё-моё, это какой-то ад. Это какой-то ад, ребята. Что мне... Что мне надо сделать? Это просто адилище. Став выращивание исследования, да понятно. Так. Ага.
А как я продам тебе 4000 грамм этого говна? Ну здесь две точки только, где можно это продать. Температура 19 и влажность 45. Прикольно. Обычные люди его будут брать, да? То есть в нелегальщину пойти? Или в легальщину, да? 30-30, ёп! 10. Но тут 9000 есть, да? 10. Но тут нет больных. Как там это посмотреть-то, подожди. Здесь нет больных, ёпти. Тут 30, это 34,5. Так, подожди, дай-ка я посмотрим вот эту траву, траву. Ее здесь можно при... Но это нелегальщина опять. Блин, я по нелегальщине, я что-то не очень хочу идти. А здесь бомжи только ссаные эти, да? Так, ладно, подожди. Ёпарный карась. Это, конечно, жопа какая-то. Просто жопсом называется. Миссия жопа. Ты что-нибудь знаешь о миссии жопа? А здесь что у нас? Тут по две... Короче, здесь можно выращивать это говно, да. Здесь продавать по легальщине. И на рынке тоже можно. Но проблема вся в том, что я не смогу сделать условия. 40... А, ну 45 влажный, кстати, температура 19. Можно, короче, убрать. Что можно убрать? Как я сделаю тебе температуру 19? Подожди. У меня остановлено время? Остановлено, да? Как я сделаю тебе 19? 22 я только могу сделать, да? И не убрать влажность никак. Вот это можно убрать, потому что у меня легальщина будет, да? А напольный вентилятор... Он только температуру, да. Ну, можно еще один вентилятор. А, подожди. А как уменьшить влажность? Я же никак не могу влажность уменьшить. Я же ее могу только увеличить с помощью этого говна, нет? Подожди, дай посмотрим. Увлажнитель для маленького. Позволяет устроить влажность в помещении. Повышает... Ну, плюс 10% влажности. А мне нужно, наоборот, ее убрать. Как это сделать? Минус 15. Насос, увлажнитель, плюс 20. Воздушная установка, минус 10. 10 влажности. Скрубер. Ну он типа... Нет, не понимаю, как сделать 45 влажности? Я здесь не смогу сделать траву нормально. А, так а мне не обязательно ее делать нормального качества-то, да? Правильно я понимаю или неправильно? Тут везде будут, короче, одни и те же условия, правильно в этом городе? 60 влажности. Никуда ниже, да? Я могу только изменять температуру с помощью... Короче, я здесь могу, например, построить вентилятор большой. Правильно? И сделать меньше температуру, да. Это я могу сделать. Хорошо, так, подожди. Это я могу сделать. Подожди. То есть от этой травы, короче, здесь все будут только в плюсе. Правильно я понимаю? Да, здесь 2,5... 2, 2,5 и 2. Здесь можно 2 точки сделать. Тут 2. А здесь 1,5, даже бандиты ее будут покупать. Так, хорошо, подожди, а что фарго у нас с этой травой? Да ё-моё. Фарго. Здесь будут брать. А здесь я... А, я могу лабу убрать, в принципе. Нахер мне эта лаба? Здесь ее только будут дальнобойщики покупать, да. Я могу открыть, в принципе, точку. Здесь обычные люди будут играть. Или если по легальщине. А что это? Тут 4 помещения можно. В принципе... Ну да. Ну да.
Короче, убрать отсюда трога, поставить эту, да? Сколько там, да? Трюги. А, ну вот как раз, короче, или здесь построить, да? Разница. А что с условиями-то, подожди. Могу. Подожди, а если я уберу его? А можно просто убрать? 50. А если я ставлю, подожди? А, я могу вниз убирать, смотри. Да. Ага. Ага. А здесь сейчас вырастет, поэтому мы сейчас все сделаем. Короче, по красоте. 45, 19 температур. 19 температур мы сделаем, влажность тоже сделаем, правильно? А сколько тебе нужно там? 49. Так, ну хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Ладно, ребят, буду заканчивать серию на этом. Прошли мы потребность для многих, да, называется. Прошли мы, в принципе, нормально. Третий город я пока занимать не буду. Потому что, ну, это нереально. Я буду в этих двух городах делать, типа, это задание тупо. И вот такие дела. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Шемэг, вы были на канале Ушмэг, и это была игра Witcraft. Да, всем счастливо, всем пока.